Добрый день, с вами канал Секрет Мастера. Соберем сегодня садовый фонарь. Доработаем схему электронного преобразователя. Вот у нас остатки нашей схемы. Тороидальный трансформатор, транзистор и светодиод. Дополнительно включен транзистор, который управляет работой преобразователя напряжения. Когда транзистор открыт, преобразователь не работает. В схеме имеется солнечная батарея. Напряжение солнечной батареи через резистор R1 управляет транзистором V1. Когда солнечная батарея работает, электроэнергия поступает на транзистор, и он открывается. Преобразователь не работает. Одновременно через диод VD1 производится зарядка аккумуляторной батареи. С наступлением темноты напряжение на батарее падает, закрывается транзистор, начинает работать преобразователь от аккумуляторной батареи. Светится светодиод. Рассмотрим конкретную схему. Так как у нас тестовый преобразователь напряжения ушел в мультиметр и там благополучно работает, в общем, намотан был другой трансформатор на более крупном кольце. В общем, применена солнечная батарея от солнечного фонаря. Аккумулятор также взят из корпуса солнечного фонаря. Трансформатор намотан на большом кольце. И использованы два транзистора, которые взяты из блока цветности цветного телевизора. Ну, по большому счету, они взяты чисто так, чтобы крупно показать, что вот они есть, что схема работает. Диод, который подает питание, лучше взять с эффектом шотки. КПД устройства чуть-чуть повысится. Не в разы, но повысится. Схема работает просто. Затеняем. Она включилась. Есть свет, она не работает. Ну, сейчас вот выключу внешнее освещение. Все, он включился. Здесь уже достаточно темно. Направим на окно. Все, он выключился. Горит. Так, по большому счету, вы можете сами собрать схему садового фонаря. Не забывайте подписываться на канал, смотреть другие ролики. И, как всегда, приглашаем вас посетить сайт secretmaster.ru. Публикации с электронным преобразователем будут продолжены. Есть еще пара интересных схем.